对的。Когда у босса полтора Но у них, раза знаешь, у больше них, хп короче, сделает. этот... У них РЛ, вот он, как тебе сказать, он им все досконально объяснял. Вот на этом, на Нубрикане они пошли. Когда он вот это трое вызывает, РЛ говорит, все, типа, медведь повел его по кругу, все встали в центре и бьем пауков, которые вылазят. И все, типа, это делать должны. Но он им все досконально объяснял, все по шагам. Мы, получается, этого... Но мы, получается, короче, этот... Неправильно его немного били, но убили все равно. Ну, его отвезти надо и все, да? Так а мы в НАК сейчас пойдем или УС НАК? Может, на натуре ВС пойдем еще? 25-ку закроем быстренько. Ну, без плюсов можно Там будет я закрыть. посмотрел, после этой собаки идет босс, короче, на котором какие-то плюсики и минусики есть, блядь, на котором надо двух мобов одновременно сначала ударить. Он легкий. Ну там типа у кого плюс, тот направо бежит, у кого минус, тот налево убегает, что-то типа этого, я так понял. Да, там, Я его не короче, видел даже ни разу, там, чисто на типа, видео. с правой и с левой стороны, типа, оббегаешь, просто нельзя вместе, типа, плюс с минусом сходиться. А, получается, те, кто справа моба убили, те плюс получают, те, кто слева убили, те минус получают. Да, и потом Те просто просто стоят и смотришь, с этих же сторон бьют. да, потом смотришь, когда, типа, меняется, у тебя может поменяться, может нет, типа, ты смотришь, просто поменялся, ты оббегаешь, типа, к минусам. Там босс кастует фазу сдвиг полярности, плюс с минусом меняются рандомно, у нескольких игроков надо просто выбегать минус к минусу, плюс к плюсу, если рядом стоят, то взрыв будет. Ну, короче, если ты, блядь, не супер тупой, то справишься на этом боссе, да? Ну да, просто там вайпнуть могут, если два человека типа не отбегут, то может быть вайп. Ну, это все в десятке плюс два ебались, честно. Походу, не того дракона просто убили. Понятно. Мы правого убили, короче. А надо, походу, было центрального уебать. Не, левый. А, левый, по-моему, яйца вызывает. Или какой-то из них. Там моб, Левый. короче, в портале появляется, блядь, из какого-то из них. Это справа. Да.
Наоборот, чуть-чуть. Слева идут лужи, по центру яйца, справа моб и невидимость. Если со входа смотреть. Ну да. Нет. Нет, есть у него портал. Есть у него портал? На него да. Дебаф вешается, ты его бить не можешь. Точнее, ты его бьешь, и тебе весь урон возвращается. О. Пока в портал не зайдешь, не убьешь моба, урон возвращается. Ты за второго рассказываешь? Ну да, который слева самый. Не, не слева. Который... Слева, слева он. Мне там написывать все, сука. Меня с личными сообщениями можно только союзник. Это как-то. Что-то на X3 хуйня какая-то. Тишина. А что ты первую карту хотел сделать? Ну да, я пишу тут в этот. Может кто соберет на первую карту, нахуй. Я думаю, да, может, да. Тут уже на Джайну собирают. Нихуя, блядь. Репофарм ЦЛК, нахуй. На Джайне? Да. Такой конченый босс, блядь. Максимально, блядь. А Лука с уманем, да, мы соберемся. Да, ЧСВ это с X3 гильдия, да? Ну, типа того. Ну, это так, мы как бы остатки. Основное это уже как бы там подсосались куда на. Я просто помню, еблан какой-то ренегатовский, блядь, на X3 заебывал на острове, вот с вашей гильдии. Правильно делал ренегатом только заебывать на острове, охуенно. Это я. А это Лог, да, тебя бил? Чермиллион, это я. Не-не-не-не-не, Рога. Плоу-скилл. Тут они встретились. У ЧСВ все нормально было. Гангают РБК. Кидает, ну что там, на ОД. Еще босса. Не-не-не-не-не-не-не. Это когда этот сходил, блядь, как его звали-то, блядь. Микосик и еще какой-то хуесос, блядь. Кондер там, блядь, как-то паролили интересно и ливнули все. Кидало, блядь. Там то, что ГМ у нас трап. И все, больше ничего такого про ЧСВ нету. Интересного. ГМ-трап, интересно. Или транс. Или все вместе на взято. Вообще-то вы неправильно назвали. Да трансгендер. Транс. Не, если транс, то это комплимент для него еще, блядь. Толерантность здесь приехала. Да, толерантность вообще-то приехала, да. Где, ну, у нас миллион паладинов, и нет ни одного холипала. Так на соло, смотри, просто первая, вторая пати, просто вары паладины. Все, у нас больше ничего нет. Бля, с холипала не пойдем, надо искать холипала нормально. Добрый вечер. Не, не с вечера. Привет.
Привет. Добрый вечер. Бля. Научите этого человека релить. Для этого он шифруется просто, сука. Просто Дмитрий использует его в проге, его голос. Вот. Кстати, ребята, мы же с вами сильные. Смотри, короче, мы трэш как будем по-умному зачищать. Знаешь, как это? Не, это слишком, ну, мы вообще тогда бессмертные. Просто мы стоим тут возле порта, а Лок Агрик с Аргатеона, и весь трэш приходит к нам. Ну, где только без дракона. И что ты думаешь, что должно случиться? Нихуя, ну, я не понял, но очень интересно. Ну, мы трэш убьем, как весь или нет? Или вайп произойдет? По-твоему, нас не должно пахтануть в центрах. Нас не должно пахтануть в центрах, правильно? Нас не должно потянуть, нас не потянет в центр, просто трэш согречил нас. Почему нас не потянет? Ну, потому что это Сирус. Ты хоть раз убил, вот здесь именно, на вот именно, что и нас и потянет туда. Блять, ты говоришь Сирус, но, по-моему, ты здесь ни разу еще не убивал вас. Что? Потому что здесь пахтует в центр. Да какой центр? Нас не... Блять. Босс портует в центр, когда его сагрят, кто-то живой дракон. Всех игроков под тебя портует. Просто уверенно говоришь, как будто... Ну, что-то, блядь. Я-то в курсе, как бы, что здесь центр портует. Ну, пуляй, пуляй. Пуляй, пуляй. Ну? Ну? А, лол, а когда это поменяли? Охуеть, ты перед тем, как что-то говорить, как бы лучше спроси у тех, кто знает. А когда это поменяли, кстати? Ну, бля, я просто так на X2 убивал. Да. Ебать, как охуенно, я еще переломался весь. Ебать, фрики, нахуй. Спорят, блядь, нихуя не знают, нахуй. Не, я, ну, я на экзо так убивал, типа, не портовал. Это в каком было году-то, нахуй, там, в 18-м? 18-м? Ну, да. Когда там еще этого чуприла, я уже не помню. На X2. А на X3 никто из вас не играет? Не играл на X3, типа, ну, недолго. Ну, как, относительно недолго. Чара никто купить не хочет? Я тебе на X2 и на X3 могу предложить. Замануха была. Тут ничего не будет, карманчик. Быстро. Пусть хотя бы на отзывы реагируют какие-то. Да. Дискон? Вместе. Сглазил, блядь. Ребят, время возвращаться на X3. Тут нет дисконнектов, но. Нет, все, вот я сейчас здесь нормально все работает. Не слушаю.
Пошлите это, первую кату мне сделаем. Вас лича в дереве убьем. Лича нет, мне Джайна нужна. Сколько нас? На X2 заходи, убьем. Еще никто не был здесь на X3 на Джайне. Тут лича там убила. Там обнова подъехала, 32 мегабайта. В пуфике? Лежат себе две пары, еще пустой пуфик. Добрейший вечерочек. Привет. Здорово. Привет, Лав. Привет. Сразу обнову скачайте сразу, чтобы не выкидывало никого. Вот, что там мне нужен? Окей. Ну, сейчас я ей напишу в WhatsApp, если пока она есть. Ты мне скажи, это танк, сот по танку-то есть? Слот по танку-то есть? Ну, окей. Там же груша есть. Уже у него вся выпадает дырка на выше. Да. Вот повесить, а такую грудь. Вот сюда повесить можно. Это все равно не больно. Пошли. Пойдем, пошли себя бить. Уговаривать не будем. Они вообще мягкие. Вот. Я по-любому ровно уговорю. Вот я вот так ударил. Не уговаривал, да спекнулся. Питов не знаю, да, спасался. Тихо, блядь. Не бойся. Опять залагал, я зашел, залагал. Да у всех, видимо, лагает. Это потому что заходит много людей сейчас. Войт, ты проще, если что, хочешь это, тебе все равно релить. Хочешь, спекни сам как бы в ДДшку и, ну, тупо, грубо говоря, следи за рейдом. Смотри за ребятами, как они себя показывают и так далее. Чтобы потом понимать. Да ты можешь просто в кота прыгнуть и все. Да, да. В танкоспеке в коте просто бегай, блин, дамаж, да и все. Чё ты паришься-то? Репать надо будет делать, ребята. Чё, репать? Да потому что КД пишет. Может, потому что 20... Это десятка у вас стоит? Не, 25, КД пишет, это после ребута, так делайте, если кто-то время стоит, почему-то КД пишет. В самом деле именно репати делать. Я понял. Ну там 400. Ну я плюсик в чат кинул. Давай, мне сейчас. Я и написал, сейчас хулипал, возможно, будет. Да, сейчас она зайдет.
Мах, поставь, пожалуйста, порт дал. Блин. Охуенно, да, у меня на остров КД навесилось. Пустка это ШП, сейчас кидаю пати, вот Холи Пал. Закинул в пятую пати. Его знает. Может, на беру мага еще. Я починился, слетал вверх, был ребут. Потом, короче, ну, он меня откатило обратно, я в инсте был поломан опять. Ну вот, если календарь открыть, четверг получается на следующей неделе. Будет сброс. Разблокируется обсидианово святилище 25 игроков и 10. Тут календарь багается, посмотри в рейде. Владик, слышишь? Крабик отошел, можно крабика взять. И крабик, там вон хэпала нашли. Блять, а какой, как у него крабикс или что у него там? Краб хэ. На русском языке. Сейчас. Да, и вон в информации в рейде написано обновиться через 3 дня 9 часов 29 минут. Бля, ну пиши админ. Каким хуем у меня КД навесилось, блядь, я не ебу вообще. Гоша, а ты, ты попробуй долететь и зайди в инст. Бывает такое, у меня такое было на X3, что у челика было КД. Не, меня вот именно не пускают. А, вообще не пускают. Бля, ну хуй его знает. Напиши эту петицию, блядь, админам. Прям вот это, в игре прям им напиши просто, что ты на этом КД не ходил в S25. Да не, помогают, у меня вчера вон, блядь. Был ребут, я был в пати, в ППшке. Захожу после ребута, у меня дезертир висит. Я написал админам, они мне сняли дебаф. То есть я захожу, меня... Ну, я написал так, как есть. Написал, блядь, в этот... вон, игровое меню, там есть помощь. Отправить запрос. И напиши им полностью ситуацию. Я им написал, как есть, я говорю, что типа до работы был в ПП, захожу, у меня в ПП нет, висит дезертир. И все, они мне написали, ну где-то, правда, минут 15, наверное, прошло, они мне написали, типа, извините, сняли дебаф. Аддончики. Да, это где-то у тебя конфликтует аддона. Кто у нас получается? Че, вы там в принципе? Не собрали? Да пока еще собираем. А зачем тебе ДЦшник на этот, на ОС? Ну, я бы тебе сказал, всё, это короче, не принципиально. Короче, запрос отправил, написано 5 минут ждать.
Ну вот, подожди, может они тебе ответят сейчас что-то. Ну тут написано, осталось времени приблизительно 5 минут. Ну, сейчас, подожди, я этому... Сейчас из Диса переподключусь. Я Ханту наберу нашему. Что-то его не видно. У нас ни Хантов, ни, блядь, Рогов, никого нет, я понял. Сашенька, Сашенька, ты тут? Братина. Саша. Короче, это, я дозвонился Ханту своему, сейчас Хант еще зайдет мой. Ну, блядь, только в 2 часа дня лег спать, нахуй. А мы как, плюс один идем? Ну, плюс один по-любому. Да, плюс один пошли, плюс два мы не потянем сейчас вот таким экспериментальным составом, и тут можно будет даже просто посмотреть по ДПСу на шадроне. Counter-Strike? Counter-Strike. Да, типа, пока сейчас сбор идет, нужно половину же народу отправить, короче, на аукцион. Идет хотя бы зелеными камнями, забивается и хотя бы бичевскими чарками. Что, блядь, что полностью ноль чарок, это вообще как бы не камильфо. Нет. Ноль кетов, ноль чарок. Вообще хуйня какая-то полная. Че, нет? Ой, блядь. Я сказал буду. Нет. Ну окей.
Короче, ответили они, пишут, создайте тему на форуме в разделе «Поддержка пользователя». Пошли не нахуй, блядь, со своим форумом, долбоёбы. Сделать, это проще. Чё мне тогда надо ждать? Напиши мне когда-то это. Да напиши ты им, чё ты паришь. Очень быстро. Пока мы все равно это ищем. Как-то... Я же написал в помощь, они вот ответили. Дима, какое у тебя? Смотри, создай тему. Дима! Вот так. На сайте. Бля, сейчас, подожди секунду. Чопс, ты когда разговариваешь по своим делам, выключай, пожалуйста, микрофон, блядь. Не заспамливай нам тут, пожалуйста. Спасибо. Смотри, короче, Протеус, ты просто как сделай? Создай тему, у меня было такое, что у меня Скары токен проебался после дискона. Я написал тему, они в течение получаса мне вернули токен. С горожан. Так что, в принципе, просто отпиши как бы туда, создай там тему, они, если не загружены, то они быстро отвечают, быстро все делают. Это на вот этом форуме, который на сайте у меня, да? Да, да, да. Там просто вот на форуме у них по поддержке пользователей создай. И, в принципе, возьми вон, кинь, когда создашь тему, кинь ссылку сюда, вон, блядь, зайдите по кто-нибудь, кто здесь сейчас сидит, понаписывайте, что да, вы, блядь, в курсе, он не ставил КД и так далее. Там же это не так, блядь, сложно. Потратить, грубо говоря, 5 минут и создать, блядь, грубо так говоря, алиби. Если фон тут не был, пусть, блядь, ачивку просто линканет, скриншот ачивки и все. Да, ты, кстати, в ОС-25 еще вообще ни разу не закрывал тут? Протеус. Mm-mm. А, ну вот, все. Вон, возьми, открой ачивы, там есть Гнев Короля Лича, 25 игроков. За скриншот, что у тебя нету ачивки с ОС-25 убитого с Артариона, и все. Не будет держать, если ему ачивку установят. Ну сейчас один слот под ханта, ставьте, сейчас зайдет. Что, у нас люди больше никто не хочет, да? А, ну да, как раз. Да. Поза ее стрим. 150. Я ж тебе вчера говорил. Да, ДК-2 у нас даже, по-моему. Да, Юю это АДК. Так МБ, может, уже трэш почистим потихоньку, но тут хватает. Сейчас, секунду, у меня тут это чуть-чуть подчарит. То вчера мне повезло на 4 шмотки. В Аликовском банке. Дайте пати мне. Ну, я плюсую сейчас. ОС нет. Кто там говорил насчет ачивы посмотреть? У меня, короче, в Наксе десятки тоже, типа, квест не засчитал на Нуба. Я писал тикет. Сейчас схожу. И им похуй вообще. Еще такой же? Фон уже чернут, дам типа рейги этот, на мастерство отпечатки чернуть, кто может. Что, нет зачарщиков, что ли? Это, ну, этот,
что это вообще не нужен это. Вон в радио линканоле, посмотри, что нужно. Да это вообще лоу-скильная там чарка. Мастерство. Во. Ну я тебя слушаю, что ты хотел, да? Сейчас меня засунут, не переживай. Весперона, да, самый левый. Шадрона убиваем по-любому, мы не вытянем его. Весперона потянем, там просто отправим еще ребят на портал и нормально будет. Юра, ты заходишь, нет? Погрешит. Но Лакрима сегодня не будет. Он к 8 часам только освободится. Я в курсе. Пославил колды тут. Эдгар на Пандарию свалил. У тебя чарки, реги с собой нет? Угу. На пушку есть что-нибудь? Почти нет. Тыкни сам, он еще в банке возьму. А. Давай потом тогда. Сейчас сегодня так посмотрим, потом уже подготовимся. Ну, я так понимаю, мелики вообще не нужны. Меликов и так много. Ну да. Просто я тебе говорю, я с тобой разговаривал по поводу того, что либо шаманом, либо паладином его мынить. Да. Ну да. Сейчас меня засмонят, не переживай. Сейчас мне тут это дочаривай чуть-чуть. Все, в принципе. Юй, спасибо. Саргазм я принимаю, сам. Да не, просто в первую очередь заливаем, да и все. Да, пошли через правую сторону. Ну, сразу все равно на этого, на шадрона. Да, вон он. Где здесь ID рейда написано? Я этот скинул вон ханту пати. Пятой пати сейчас. Джордж Фьюдж. Потом засумайте его по возможности. Короче, наводишь на этот и пишет ID. Там паладин 10к дал.
Маги, найди курс, пожалуйста. Окей. Ладно, у нас и Эрдро, и Эрша может подекурсить. Не, ну это хорошо, конечно. Кстати, Войт, это вот этот человек должен был с тобой списаться. Содиум? Да. Да, можно поподключать. Единственное по поводу РТ, да, надо будет поговорить, потому что я думаю, все-таки лучше его сдвинуть на чуть позже. Доктор, поставь шкаф, пожалуйста. Давайте досумоним, кто остался у нас там. Да, все до магера, он на себя щит вешает. Он на себя вешает щит, с тобой пусть останется два хила, которые тебя держат, и все. Да. Там дамаг на этом, на Веспероне идет, здесь нету дамаги почти в портале. Это Весперон, с которым мы будем пулять босса, вот там надо будет. Ну, в любом случае. Сейчас я еще раз попробую ему сумму отправить. Кто с оргазмом? Это он? Это... Не обращай внимания. Бля, сейчас я дис скину своим ребятам. Так, кого нету. А то, блин. Беда какая-то. Да, они все три дракона вызывают черные метки. Так. Че, на Цукаше зарубимся? Да. Вадим, дай на меня этот. Пэску, поварус, не повар. Да я на Цукаше бдилку дал. Да не надо бдилку. Да не, надо. Что, не дамажит, забей. И это, истерию ему еще дайте. Юю спекнет специально в БДК, дай ему истерию. Я не работаю вместе с крыльями. Да он чисто в трэш дамажит, что он нахуй. Да, надо, короче, быть, таргет, вар, божественная защита. Ну да, он в инсте уже, все. Да, давай я таймер дам просто. А есть у кого-то рыбный пир, либо кабанчик хотя бы, что-нибудь, ребят? У кого-то вкачанный клинар? Да, отписи, да. 10 раз умрем, не надо ничего ставить. Ну ладно. Сейчас она дамажит. На пол весь, на Void Fury. Ах ты пидор. Поздно заметил. Я, бля, долго искал его. Сука, в бафа. Милики аккуратно вышли. Ну, ебать.
даже портал не успел призвать. Ну. Да, 3600 вард дает 11 место. Фу, блядь. Ты че, сучара, блядь, сейчас нахуй макрос напишу на снятие, боб. Так у меня 5 минут когда еще, все нормально. Ну есть сейчас диван еще. Да я знал, что так будет. Летать. Стоп, тут профессиональный паладин есть, который может кинуть боб в череду. Да, да, тут есть. Поехали. Только меня больше смущает, почему на этом контенте тут комбо-троги появились. Где ты там что-то, Владик, я не могу разглядеть. А я что-то не поменял. Боб на панели ищешь что-нибудь? Что-то не могу, у меня что-то зрение хуёло. Да все, я обновил аккаунт, поехал. По возможности сбивайте, это уже косты. Проклятие восстановления он кидает. Не кикаются. Они не сбиваются. Они кикаются, не пиздите, пожалуйста. Лично сбиваю. Пока да. Тама. Ну чё ты не сбил? Сбивай. Опять не сбил. Я таунтил капитана. Уж извините, танчить и, блять, с вас снимать мобов и в это же время с другого моба сбивать кас не умею. Два касса подряд. Ну, походу, да. В смысле, блядь? Давай я танчу вам все здесь все соло, нахуй. Давай. Да. Спекайся. Чекай. Сбито проклятие восстановления. В конце боя вот этого прерывания чекни, и потом будешь пиздеть. Ну ничего ты не сбил. Тут рассеял Содиум, рассеял Войд Фури, рассеял Реаниматор. Смотри, вот следующий каст. Блять, прерывание, чекни нахуй, при ни одного прерывания, ноль нахуй. Чё ты, блядь, пиздишь? Пиздобол нахуй. Будет ещё что-то лечить. Да мы ещё даже не пришли, давай. Слышишь, ты, блядь, ты как со мной, сука, разговариваешь, нахуй? А как, блядь, как ты заслужил, чтобы с тобой разговаривать? Ты первый, нахуй, начал, выбрал тон, короче, вообще не сейчас что-то разговариваешь, нахуй, пиздобол, нахуй. Всё, тихо. Будешь мне говорить, что-то я учить. Я тебя не обзывал, блядь, чмошник, сука. Если обосрался, то как бы помолчи просто. Если ты не видишь сбитие коста, блядь, на мобе, то нахуй помолчи, блядь. Где сбитие коста? Ну покажи мне. Вот рекаунт Линкани. Линкани мне рекаунт, где было хоть одно сбитие коста. Линкани. Те, блядь, типы. Те типы линканули, короче, с рекаунта, что ноль сбитие костов. Да? Ну, блядь, человек не может признаться, ну, блядь, обосрался, что такое, бывает, Ты, блядь, посмотри на следующем мобе, нахуй, глазки свои открой, убери их, блядь, с ДПСа, нахуй, и посмотри на моба, когда он проклятие кастует, то, что оно прерывается в половине, блядь, каста, нахуй. Сука. Да, все, я уже хуй на него забил, я его в мут закинул, не бог. Нет, тенеброна надо убить. Спирона мы оставим.
Да, там вроде моб внутри или яйца, что-то типа того. У него драконы. У него, смотри, он когда портал призывает, он призывает кучу трэша мелкого. Я пособираю, занимайся боссом. Таймер, окей.